Мемориальную доску Руслану Тарасову, первому председателю ТОС-Гранит, открывают прямо на территории ТОСа, в его родном микрорайоне. В 2018 году он организовал свой ТОС и за какие-то 4 года успел вписать свое имя в историю родного города и оставить глубокий след в памяти всех, кто его знал. За 4 года он сделал многое. Он благоустраивал территорию микрорайона, участвовал в субботниках, сам их организовывал, высаживал деревья. И его работа, она была видна всем людям. И благодаря этому в 22 году он стал лидером ТОС Республики Бурятия. В памяти коллег Руслан всегда останется добрым, честным и отзывчивым человеком. И мы очень гордимся, что мы его знали, были его друзьями, коллегами. И пусть его дух патриотизма останется с нами, напоминая нам о том, что нужно работать и жить во благо своей страны. Деятельность Руслана Евгеньевича, она всегда была направлена для жителей. И, соответственно, он стремился помочь каждому по возможности. И просто жил для людей, соответственно, деятельность ТОС будет продолжаться. Будем стараться продолжать его дело с честью, с доблестью. Руслан Тарасов погиб в ходе военной операции под Угледаром. Указом президента награжден орденом мужества посмертно. Одним из ярких дел Руслана стало начало проекта «Спортивная площадка» по улице Лысогорская. Я знал его лично. Мы с ним делали много полезных общественных дел. Хочу сказать, что Руслан, он человек с большой буквы. Он не из тех людей, кто много говорил. Он как раз-таки говорил мало, а делал очень много. И отличительная черта его была, он всегда предлагал решения, всегда выступал с инициативой. В том числе вот по созданию здесь, на территории своего ТОС, футбольного поля, замечательного футбольного поля. Активно развивая ТОС «Гранит», Руслан Тарасов объединил ребят и создал дворовую футбольную команду. Чтобы у детей и молодежи было место для занятий спортом, он выиграл грант на строительство футбольного поля. При поддержке мэра Улан-Удэ по проекту «Народный бюджет» строительство завершено. В честь памяти героя Руслана Тарасова здесь прошли соревнования по мини-футболу среди городских ТОСов. Лучшими стала команда ТОС «Исток». Мария Латышева, Алексей Ромашов. Новости дня.